утро, дорогие друзья! Вас приветствует сегодня город Новороссийск на духовном завтраке. Мы с вами одна церковь в разных регионах. Я хочу зачитать сегодня один текст из книги Псалмов. Это Псалом 83, и прочитаю 2-й и 3-й стих. «Как вожделенные жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Давайте скажем аминь. Знаете, друзья, что сегодня воскресный день. Мы все с вами пойдем в свои собрания, пойдем туда, где в свои церкви, там, где нас ожидает Бог. И вот здесь псалмопевец раскрывает нам такие интересные, что ли, истинные свойства нашей души, что душа человека, она должна стремиться к Богу, она должна томиться по Богу, она должна искать Бога. И в принципе так и есть. Каждый из нас когда-то переживал такие чувства в нашей души, когда нам хочется приблизиться к Богу, хочется почувствовать Бога, хочется как-то по-особенному помолиться, поговорить с Ним. И я думаю, что воскресенье – это и есть такой именно день, когда наша истомленная душа, она приходит в Дом Божий и там получает все необходимое. Там мы наполняемся, там мы поем Богу псалмы, славословим Его, там мы молимся, там мы слушаем Слово Божье. И это на самом деле очень, очень такая серьезная подпитка для нашей души. Друзья, давайте будем желать сегодня Божьего, чтобы наша душа, она получила истинную подпитку, и чтобы наша душа получила то особенное чувствование, те особенные переживания, к которым она стремится. И пусть Бог вас сегодня всех благословит в Доме Божьем, в наших церквях, во имя Иисуса Христа. Хорошего всем богослужения. Аминь.